Именно в молодости человек живет не столько разумом, сколько пылким трепещущим сердцем. Молодость горяча и безумна, решительна и опрометчива. Время проб и ошибок. Время первых шагов и первых падений. Это удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нем изменить и сделать лучше. Молодежное кино – это направление в кино, которое поможет нам вспомнить, как это быть молодым. А современной молодежи подскажет, как научиться жить, не делая глупых и опрометчивых ошибок. Художественный фильм «18 килогерц». Режиссер Фархад Шарипов. Фархад Шарипов – молодой талантливый режиссер, сценарист и продюсер. Известность к нему пришла после выхода полнометражного фильма «Сказ о розовом зайце». Потом были не менее популярные картины «Инопланетяне ни при чем», «Ах, Жол» и «Секрет лидера». Работы Фархада высоко оценились Академией кинематографистов Казахстана, и ему были вручены премии «Тулпар» и «Лучший режиссер года». Его фильмы прежде всего предназначены для молодого поколения. В своих работах он пытается рассказать своему зрителю о том, что перед человеком, порой даже очень юным, стоит выбор. Каким он будет? От этого зависит вся будущая жизнь героя и его близких. Для зрителя эти картины являются тем проводником, который помогает молодым людям не ошибиться в этом сложном непонятном мире. Сейчас все творческие силы Фархада и его команды направлены на съемки нового художественного фильма о молодежи и для молодежи. 18 килогерц. Ты поговорил с дознавателем, все, ты спокойным шагом, просто наоборот, даже грузным, грустным, медленным шагом просто идешь, дошел до вот этой точки и вспомнил, что ты именно... Здесь вы стояли с ним и пятно смотрели. Ты раз, как-то ты понял, что это именно то место, ну, в смысле, да, было. Такой раз. И пошел, да? И начали. Стоп! Еще раз, медленней! Медленней, медленней. Ты идешь после школы, загруженный. Смотришь объявления, рассматриваешь свои, которые у тебя в руке. Загруженным. Иди по диагонали к арке. Из арки не за угла, а по диагонали в эту дырку заходи. Это значит правее он делает несколько шагов. Вот он как стоит, правее сейчас делает. Еще правее, правее. Вот вправо пусть идет. Вправо шаги делает. Вправо. В сторону Сайна иди. В сторону Сайна. Сайна, Сайна, Сайна улицу иди. Все, иди, иди. Вот отсюда выходишь. Камера, мотор. Мотор идет.
и приготовились. Начали. Оказывается, только в молодости можно услышать звук частотой 18 кГц. Чем старше мы становимся, тем больше притупляются все наши органы чувств, ощущения и эмоции. Возможно, это и имели в виду создатели фильма «18 кГц». Действительно, что дано молодости, не дано зрелости. И вся наша жизнь словно череда колебаний, от радости к печали, от побед к поражению, от надежд к разочарованию. Ни для кого не секрет, что основной посетитель кинотеатров – молодежь, которой хочется видеть на экране своих сверстников. А молодежное отечественное кино в прокате – большая редкость. Хотя в последнее время на экране и появляются такого рода фильмы, и зритель открывает целую плеяду новых талантливых актеров. Но все же в большинстве своем это комедийные картины, направленные на развлечение публики. Как снимать глубокое, вдумчивое молодежное кино, Фархад Шарипов знает не понаслышке. Он это делает уверенно и делает хорошо. Особенность нового художественного фильма «18 кГц» в том, что сценарий был создан по повести «Хардкор». Автор этого литературного произведения – невероятно талантливая Зара Есеноман. Сценарий довольно сильно отличается от книги, но я думаю, что основная драматургическая линия и драматический посыл, они остались все-таки, я на это надеюсь. Когда мы только приступили к работе над сценарием, мы с Зарой обсуждали какие-то детали, нюансы, и вместе пришли к тому, что мы можем отклоняться от сюжета книги, ну, в те или иные стороны, потому что кино все-таки, оно более, должно быть более динамичным и более, так сказать, ведущим. Поэтому киносценарий, конечно, будет отличаться от книги, и фильм в конечном итоге тоже. История подростков 97-го года, то есть именно история того времени, как жили. Ну, я, например, примерно в то время жила, как жила молодежь в то время, какие у них были увлечения, интересы. То есть будем снимать, что такое хорошо, что такое плохо. Сюжет кинокартины построен вокруг драматической истории подростков, которые живут в конце 90-х годов. В то время, когда рухнул Советский Союз, и у людей в буквальном смысле ушла почва из-под ног. Когда весь прежний привычный мир и жизненные принципы были перевернуты с ног на голову. Время растерянности и хаоса. Не все смогли пережить это бурное, неспокойное время. Особенно сложно было найти свой путь молодым ребятам. Ведь молодость – это не просто физический возраст. Это сложное состояние еще не окрепшей души. Чувства смешаны, перепутаны и обострены в сотни тысяч раз. Именно тогда можно испытывать нелепую радость и великое огорчение, головокружительную любовь и отравляющую ненависть. Автор сценария и одновременно режиссер картины Фархад Шарипов своими глазами видел это непростое время. Для него важно рассказать зрителю о нем. Съемки, тишина на площадке, администрация, перекрываем входы. Вижу еще одну женщину за красным киоском, которая поправляет прическу. Да. Она в кадре, ей надо правее. Да. Вот так хорошо. И тишина на площадке, полная тишина. Мура, крупный план, хорошо работаем. Камера, мотор. Мотор идет, тишина. С настроением работаем, душевно. И начали!
Медленнее, разряди ситуацию, она не успевает, она по людям ориентируется и не успевает. Создатели фильма очень надеются, что этот фильм поможет зрителям понять, что упав, можно не сдаваться сложным обстоятельствам, а снова встать на ноги, снова посмотреть вперед. И что эта энергия кино укрепит нашу веру в то, что солнце не погасло, оно снова взойдет, чтобы еще ярче осветить наш путь. Огромная работа всей съемочной командой была проделана еще задолго до начала съемочного процесса. В первую очередь режиссер и кастинг-директор искали нужные типажи, которые бы соответствовали времени 90-х годов. Команда пересмотрела невероятное количество ребят, учащихся в алматинских школах, колледжах и училищах. Изначально у нас стояла цель, перед нами стояла цель найти новые лица, так как хотелось в полной мере раскрыть характеры персонажей, и, конечно, с новыми лицами это удается лучше всего, потому что на, так сказать, звездах наших уже лежит некий отпечаток других картин, и которые очень сложно стирать. Ну, и в течение кастинга, мы проводили кастинг в течение 4 месяцев, мы искали среди непрофессионалов и в конечном итоге все-таки нашли своих звезд. Кастинг у нас начался, вообще разговор о кастинге в этом проекте. Мы с Фархатом встречались еще летом, в начале, наверное, августа, обсуждали еще на тот момент сценарий. Грубо говоря, был написан только рабочий вариант. Выдал он мне список актеров. Сентября месяца мы ездили, не соврать, но объездили 60% школ нашего города. Школ, колледжев, в университеты старались не ездить, но колледжи, школы мы объездили. Все, куда нас запустили, мы везде там были с ребятами, то есть начиная от 7 класса до 11, мы с ними разговаривали. Мы не проводили как таковые видеопробы, мы с ними общались просто про их родителей, про их жизнь, то есть какая у них обстановка в семье, насколько сложные отношения. Всей съемочной бригаде хорошо известна скрупулезность Фархата в работе. И много времени он уделяет работе с актерами на площадке. Главные роли исполняют дебютанты Жумаханов Мусахан, Адикен Алибек, Фунсо Камила. Каждый по-своему очень интересен, но их всех объединяет одно – полное и глубокое погружение в картину, в сложный образ своего героя. Играю персонажа Алису, это антигерой в фильме, то есть это очень плохой персонаж. У нее разгульный образ жизни, эта девочка, ей 16 или 17 лет, она уже в своем возрасте пьет, курит, употребляет наркотики, то есть портит свою жизнь. И это антигерой, и мне не хотелось бы, чтобы любой зритель был когда-нибудь похож на такую девочку, чтобы кто-то вел себя так, особенно в таком возрасте. То есть этот персонаж должен быть показателем того, как себя нельзя вести. В начале октября или в середине октября к нам пришли в колледж, объявили кастинг на фильм Фархата Шарипова. Я сначала не хотел, если честно, туда идти, меня друг заставил пойти. Ну, я пошел, там мое имя, фамилия, отчество, выражение лица показать, там смех, заплакать, так. Потом я ждал. То, что мне позвонят, аумал. И мне позвонили, сказали прийти в офис. Я пришел в офис, и вот с октября
начал репетировать в офисе. Ну, меня готовили к этой роли. И вот где-то в феврале меня утвердили. И, собственно, вот я здесь. На поиски главной героини у нас ушло тоже не очень мало времени. То есть, наверное, половина, ну, 4 месяца кастинга мы тоже искали ее. А искали также по школам, по колледжам, среди просто прохожих на улице девочек вылавливали. Героиня пришла к нам сама, увидев объявление в Инстаграме, которое мы давали. Тоже мы старались выкладывать везде, на Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. Увидев объявление, она пришла. На самом деле сразу понравилось. Сразу мы ее стали, ну, как бы, работать с ней все чаще приглашать. У нас было две претендентки, вторая девочка тоже неплохая, но выбрали вот нашу Алису по роли, то есть в жизни Камила. На самом деле очень такое молодое какое-то дарование, талант, очень хорошая девочка. С первого раза, грубо говоря, понимает любую задачу режиссера, с ней особо прям не проводилась работа. Она вот, ну не знаю, наверное, бывает, рождаются актерами, вот она актриса. Удивительно легко работает с нашими актерами. Я бы не назвал их непрофессионалами, так как они уже работают, и они готовятся уже более 2 месяца к этим ролям. Работать с ними приятно. Я не думаю, что есть какие-то сложности, которые бы отличали сильно профессионального актера от наших сейчас. Не знаю, может быть, в них это природой заложено, им это дано. Но пока что у них все получается на уровне. И как считают сами актеры, самое опасное в их героях – это усиливающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности. И они надеются, что фильм «18 килогерц» многих заставит пересмотреть свои взгляды на себя, на свое окружение. Каждая сцена готовится очень тщательно. Для съемок фильма используются самые разнообразные площадки – в помещениях и на открытых пространствах. Много сцен снимаются на городских улицах, во дворах жилых домов и даже в подземном переходе. Конечно, все это требует специализированного оборудования с разными техническими возможностями. Специально оборудованные автомобили привозят на площадку нужную технику и реквизит, а некоторые из них приспособлены для работы гримеров, костюмеров и для отдыха актеров. Отражать в картине прошлое всегда достаточно сложно. Тем более, что действие фильма происходит всего 20 лет назад. Зритель может хорошо знать и помнить этот период времени. Нужно учитывать тонкие нюансы той эпохи. Эти, на первый взгляд, малозаметные детали, полутона, из которых нужно выстраивать всю картину. И с этой непростой задачей должны справиться специалисты по гриму и костюмеры. Я родилась гораздо позже, чем происходит действие нашего фильма. И для того, чтобы вжиться в эту роль, понять все происходящее, мы с режиссером очень много смотрели видео, как люди одевались, как люди говорили. То есть мы очень долго подготавливались к тому, чтобы я смогла сыграть эту роль. Сложность как именно группе и съемочной площадке у нас заключается в том, что все-таки не наше время, 97-й год. У нас есть большое количество массовки, которую надо правильно одеть, собрать, пустить кадр, сделать все возможное, чтобы не попал кто-то лишний человек с нашего времени, потому что это будет читаться и все это будет видно. На самом деле, благодаря, наверное, хорошей группе мы со всеми сложностями справляемся на ура. Получается, на съемках довольно-таки много трудностей, это очень трудно, то есть даже снимая одну и ту же сцену, ты должен с разных ракурсов повторять именно одно и то же движение, слова, все должно совпадать с прошлой сценой. Это очень трудно. И второе, наверное, то, что как бы наш фильм 97-98 годов, все разговоры, все слова, все отличается от сейчас, и нужно немножко подстраиваться под те года, что тоже довольно-таки трудно. Твой внешний вид, твои слова, твоя речь, все должно быть подстроено. И, ну, наверное, да, это самое трудное, что есть на съемках, это... Мы решили снять временной период конца 90-х годов, грубо говоря, я снимаю свою юность.
И самая большая сложность, это, конечно, не нарушить рамки сеттинга того времени. Поэтому современные машины в кадре, современная одежда, мобильные телефоны – это самая большая сложность на данный момент. Декорирование вот дверей и прочего-прочего под 90-е, конец 90-х годов. Но бывают и другие сложности. Вот, допустим, позавчера у нас со съемочной площадки угнали игровую машину, в прямом смысле, чему я был дико удивлен. Мне просто сообщили, я спросил, где машина, мне сообщили, что ее угнали. Я думал, что они пошутили, а ее по-настоящему угнали. Какая машина? Это был как раз старенький «Жигуль». То ли шоха, то ли копейка, точно не могу сказать. Я ее так и не видел, кстати. Мне сказали, что ее пригнали, запарковали. И, видимо, вчера все отмечали 8 марта. И кто-то ее угнал, врезался, его там поймали, привезли обратно. Вот такие сложности такого рода бывают. Была одна сцена, это была самая трудная, ну, как по мне, сцена. Мы снимали ее с 7 утра до 7 вечера. Это весь день убили на одну сцену. Это был диалог между мной и тоже главным персонажем, но это где-то с одного кадра 25-30 дублей, кадров было очень много и разные ракурсы, то есть со спины, спереди, приближенно, отдалено, наоборот и так далее. То есть это весь день именно на одну сцену, это была самая тяжелая сцена. Огромное внимание уделяется освещению. Для этого используются различные приборы, дающие нужную атмосферу, придающие кадру необходимый цвет, форму, фактуру и объемность. Сложна работа оператора, который множество раз делает предварительные пробы, по которым определяет требуемую резкость, экспозицию, качество изображения и фокусное расстояние. Звукооператоры, всегда находящиеся за кадром, решают одну из главных задач фильма – обеспечивают качественный звук. Микрофоны присутствуют на площадке повсюду, но они ни в коем случае не должны попасть в кадр. Вообще, я, конечно, приверженец того, чтобы все делалось в рамках сценария, так как я сам пишу эти сценарии, и все мои предыдущие фильмы сняты от строчки до срочки. Но с этим фильмом все немножко иначе. Все немножко иначе, чем со всеми другими фильмами, и тут мы позволяем себе импровизацию, позволяем себе добавлять и менять сцены, потому что материал основан на книге, еще раз повторюсь, и нет до конца сейчас уверенности в крепости, поэтому мы стараемся набрать как можно больше материала, не прописанного, дополнительного, чтобы у нас были развязаны руки на монтаже. Поэтому импровизации достаточно, ну, 30% у нас присутствует, как с камерой, так и с актерами. Да, у нас вообще по тексту ты должен 100% идти, то есть как тебе написали, так ты должен говорить. Но в действиях иногда, если ты ошибся, даже на камеру, может режиссеру понравиться, и он скажет тебе в следующие разы делать так же. То есть ты можешь придумать что-то свое, особенно когда не идет еще съемка, мы репетируем, например. Ты добавляешь свое, если нравится твоя затея, то ее будут использовать для съемок. А если нет, то ты уже будешь делать так, как тебе сказали, если у тебя нет идей в голове. На каждом проекте учишься чему-то. Ну, не бывает такого проекта, где ты не черпнул чего-то. Если такой проект вдруг наступит, я думаю, что это будет самый трагичный момент в моей карьере, потому что проекты этим и нравятся, и этим доставляют удовольствие новыми открытиями, потому что каждая картина – это, ну, новое путешествие, абсолютно неизведанное. И когда ты начинаешь снимать эту картину, у тебя всегда первоначальный страх. Мои актеры молодые, когда пришли на площадку, я у них спросил, говорю, вы боитесь? Они говорят, да, боимся. Я говорю, я тоже. Каждый проект одно и то же. Эта роль у меня первая, главная роль. Я раньше снималась в массовках, но это было не важно, не так важно. Здесь у меня главная женская роль, и, наверное, самое большое, чему учусь, это дисциплина. То есть тебе сказали, ты должен приехать в 7, 7:15 быть одетым, в 8 уже накрашенным. И как бы здесь, ну, ты ни минутки не теряешь, ты всегда должен быть вовремя, везде и вовремя. Это дисциплина, я должна соблюдать все, что мне говорят, в принципе, все люди, режиссер особенно, то есть нужно слушать и понимать. Именно от молодежи зависит то, каким будет кино в будущем. Не будут ли утеряны традиции качественного, продуманного, имеющего свой смысл в каждой фразе, в каждом кадре классического кино?
Ведь отчасти через фильмы воспитывается не одно поколение. Что сделать, чтобы привлечь внимание к молодежному кино? Ответ очень простой. Прежде всего, его нужно снимать. Я думаю, что всегда, конечно, хотелось бы, когда ты снимаешь фильм, рассчитывать на самую широкую аудиторию. Но прежде всего мы нацелены на юного зрителя. Не детей, конечно, а на подростков, на те, которые только начинают свой жизненный путь, взрослый. Хотелось бы поймать их внимание и расставить некоторые акценты в этой истории. Я хочу пожелать зрителям смотреть казахстанское кино. Мы, правда, очень стараемся для вас, и мы надеемся, что наш фильм вам очень понравится. Я надеюсь, что ни один из вас никогда не допустит таких ошибок, которые допускала моя героиня, и не испортит свою жизнь. На самом деле, правда, мы стараемся для нашего казахстанского зрителя, и очень хочется, чтобы нас оценили по достоинству. Зритель не видит нашей всей работы проделанной, очень сложной, бессонных ночей, не знаю, недель без выходных, поэтому призываю всех смотреть наше казахстанское кино и, не знаю, радоваться нашим победам каким-то. Хотелось бы пожелать всего, что они сами желают. У каждого свои желания, мечты. Хотелось бы пожелать побольше добра всем и здоровья. Дорогие казахстанцы, мы советуем вам смотреть казахстанские фильмы. Казахстанские актеры стараются ради вас. Удачи!